базовом пространстве. Но в механике, вот это уравнение как бы больше принято называть уравнение неразрывности. Оно, если это плотность вещества, а вещество, так сказать, вот течет в нашем пространстве вот со скоростью v, то это значит закон сохранения вещества в подвижном объеме. В действительности, если мы берем интегрируем эту функцию по элементу объема, по x1 и так далее, xn, и интегрируем по некоторой области d, d это подобность примерного нашего фазового пространства. И если мы будем сдвигать нашу область под действием фазового потока g с индексом t, это, как правило, фазовый поток нашей системы определяет, то значение этого интеграла константа. Но вот в механике как раз я напоминаю, что так и получается. Если мы возьмем какую-то область d, проинтегрируем плотность по этой области, тогда получим массу вещества. И когда эта область будет двигаться, как бы меняться, но частицы оттуда не выходят, и туда новые не попадают, тогда масса этого вещества константа. Впрочем, этот факт, естественно, вытекает из этого уравнения, впрочем, как и само уравнение вытекает из этого факта, и эта область D произвольна. Это я